обнимать. И все это, возможно, перерастет даже в серьезную драку. Каблуков, вот здесь видно, драться особо не хочет, но Кручинин серьезно задирается. И в любом случае будут удаления. Вопрос только, кого конкретно накажут, насколько. Обоюдные две минуты за грубость. Да, за грубость. И как раз вот этот последний момент с толчками друг друга в исполнении Каблукова и Кручинина арбитры расценили как грубость. Пообнимались, ничего страшного.